Встречайте, Артур Хейс, предприниматель, финансист и инвестор. Хейс получил степень бакалавра в сфере финансов Пенсильванского университета, а также окончил школу бизнеса при Гонконгском университете науки и технологии. Он начал карьеру синтетик эквайти трейдером в Deutsche Bank. Позже работал трейдером в одном из крупнейших международных финансовых конгломератов – Citigroup. Заинтересовавшись торговлей биткоинами, Артур в 2014 году стал генеральным директором криптовалютной биржи BitMEX, где работает и по сей день.